Когда история начиналась только, я был один из людей, который рассказывал про Аню Самохину. Да? Я там, супруга моя, потому что мы вместе с ней работали и жили в одном общежитии, все общались вместе. Поэтому сегодня, когда открываешь книгу, видишь фотографии семейного архива, то ну, очень приятно, как, что ты к этому как-то причастен. Какие люди делают славу этому городу, притом даже если они совсем не ростовчане. Да, я вот про Аню говорю, что она очень любила этот город. Ей было очень отсюда неприятно уезжать, потому что она переживала и говорит: ребят, я здесь так привыкла, все родные такие, театр родной. Вот, ну, обстоятельства просто у нее сложились так, что она вынуждена была уехать. И я с ней согласен, потому что я тоже не из Ростова, но я уже здесь более 30 лет. Родной город, и я за Ростов теперь порву. Будет приятно как-то эту книгу читать, я там буду ее кому-то давать, предлагать, и сам к ней не раз обращаться, потому что ну, это история личности, история этого города, которые вот действительно они делали этот город, да, каждый в своей области, но история какая-то людская, как мне так кажется, это человеческая, и это очень приятно.